Thank you.
Thank you.
Я еще помню жизнь до войны. Помню, что когда-то мы были другими. Мы жили там, наверху. Мы были хозяевами всей земли. Мы возводили огромные города из стекла и стали. Мы бороздили океаны. Мы подчинили себе небеса. Нас было 7 миллиардов. Мы не были предназначены для жизни в пещерах. Я был рожден, чтобы дышать свежим воздухом. И я это помню. Все миллиарды сгинули в последней войне. От них осталось всего 50 тысяч человек, укрывшихся под землей, поверхность которой была отравлена, сожжена и кишела чудовищами. Может быть, радиация наверху когда-нибудь ослабеет. И наши внуки, или внуки наших внуков смогут вернуться туда. По крайней мере, мои названные братья, бойцы нашего ордена, в это верят. В общем, надеяться нам сразу было не на что. Но мы, люди, просто не умеем сдаваться. И не сдались. А собрались силами и попытались превратить метро в настоящий дом. Дом для нас всех. Ведь эти туннели вполне могли оказаться последним пригодным для жизни местом на Земле. Какое-то время нам казалось, что все получится. Но, к сожалению, война не убила наших старых привычек. Во тьме туннелей наши пороки разрастались, как плесень. И когда с поверхности пришла беда, лишь немногие встали на ее пути. И с каждым днем их становилось все меньше. Но я помню, что мы были рождены для другой жизни. И не согласен умирать под землей. Пусть меня считают идиотом. Но если остался еще хоть осколок того старого мира наверху, я должен его найти. Между годами серого существования и мигом надежды я выбираю надежду. Я должен поймать сигнал.
Артём, какого хрена? Ранен! Артём, держись, дружище. Они его, считай, помяли. Возвращаются. Всем внимание. Нашелся герой. Чего с дороги? Ночь на станции. Но врачам я сказал... Понял, открывай тогда. Вперед! Смотри, спартанцы. Опять Артем по поверхности шастал. Делать ему дураку нечего. Прикусти язык. Он же нас спасал. Подожди, куда дальше? Налево, через площадь. Дамир, как считаешь, полковник в курсе, чем Артем тут занимается? А мне откуда знать? Сам у него спроси. Он с кольца на связь выходил, завтра будет тут. Откуда взяла, если свет еще не включили? Эй, а ну отстаньте от него! Я сам убил из рогатки. Брось, Дамир. Ага, пусть конечно. Учится защищаться. Убил он. В метро слабакам не выжить. Экранах, подъем! Держись, Тёма. Сейчас мы тебе вольем свежей спартанской крови. Артём, проснулся наконец-то. Доктор сказал, все будет хорошо. Ты меня окончательно сосвету жить решил? А что, если ты в следующий раз не вернешься? Ты пойми, нет там никого. Некого искать, не с кем говорить. Неужели ты думаешь, они бы за столько лет не объявились? Мы уже столько раз об этом говорили. Смирись ты, наконец. Выжили только мы. Полковник! Здравствуй, Саныч. Все, не успокоишься никак. Уперся, как баран. Сколько я тебе уже говорил. О себе не думаешь, это ладно, твое дело. Хоть убейся из-за фантазий своих. Но ты о ней думал, она же тебя, дурака, любит. Папа, не надо. Ты из ордена ушел ради этого. И я тебя тогда понял, хотя после Д6 людей жуть как не хватает. Но теперь завязывай с этими походами. Есть метро и точка. Больше никого. И метро нужно защищать, понял? Потому что если не мы, то кто? Ты, я вижу, уже в норме. Собирайся помаленьку. Как будешь готов, обсудим ваш переезд в полис. Пойдем, надо поговорить. Я сейчас врача позову. А ты мне пообещай, что это было в последний раз, ладно? Ну, скоро увидимся. Артём, мы вас опять вытянули с того света, но... Люди отдают вам свою кровь, которой может не хватить раненым, а вы постоянно приносите ее сверху радиоактивной. Несправедливо как-то, не считаете? Скажу прямо... Я не гарантирую, что смогу вытянуть еще раз, понимаете? Молодцы все же спартанцы. Артема выручили. Да, молодцы. Здоровики не такие. Честно говоря, уж и не помню, когда таких видел. Да уж. Только вот на поверхность слишком часто ходят. Рискуют. Ну, а что им остается? Служба такая. Служба службы, но если они так и дальше будут. А сколько, по-твоему, можно высидеть под землей? Да сколько угодно. Вон сколько лет сидим. Да ну, ты же врач. Сколько больных детей только на нашей станции? А вообще детей? Сколько нас останется через 10 лет? 10 лет?
Сейчас уже шить нечем, про препараты я и не говорю. Артем на нашей станции лучший стрелок, но он же с поверхности только в лазарет спускается. Да, пока везет, переливанием в который раз отделался, но остальные-то не такие везучие. А если спартанцы слягут, что тогда? Я уже 100 раз говорил, не верю. Вот потому они наверх не ходят. Видят, что здесь внизу мы ничего не выселим. Запасы кончаются, да и у нас все меньше. А мы все больше. Они хватит, Артем, все. Надоело. Если бы парни не подоспели, ты бы уже обгорел. Прекрати. Это ты прекрати. Вот, о, какие люди, Артём! Здоров как бык! Но ты, брат, князь, конечно, дал! Тёмыч, как ты, дорогой! Вижу, жив, бродяга! Пардон, но сейчас устроим пир! Артёмыч, ещё пяток шрамов, и ты будешь неотразим в каждой луже! Как там, господи, сестрички? Ну ты, да как всегда! Да хватит вам, оставьте парня в покое! Брат. С возвращением, Артём. Ладно, все, разошлись. Даю вам 2 часа на все про все. Ура! Ура! Сейчас устал! А у меня как раз с собой было. Ну вот, начинается. Только, плиз, не как в прошлый раз. Держись, Артём! Опять тишина? Лично я, Артём, слышу тут только одно, когда зиммитер щелкает. Да еще и эти вон, красавцы, летают там, каркают. Родной, пойдем домой, а? Артём, думаешь, я бы не хотела жить где-нибудь на берегу океана или в лесу? Только толку от таких мечтаний, когда мир молчит. Молчит, Артём, потому что умер. Загулялись мы. Пора фильтры менять. Ну-ка, смени фильтр. Мало в больнице лежал. Ладно, идем уже. Отец меня убьет, если узнает, что я с тобой пошла. А если узнает, что мы были в закрытой ганзой зоне? Ты тут все руины уже облазил. Видишь, как город разрушен. А у Москвы была самая мощная ПВО в стране. Если тут все в таком виде, представляешь, что в остальном мире творится? Демона шуганула. Чтобы не расслаблялся.
Может, все же вернешься в Орден? Переедем в полис, а? Отец квартиру обещает. Потому что если не мы, то кто? Квартира со своей кухней и душем. Так, давай по одному, чтобы не завалилось. Теперь ты. Самое худшее, пожалуй, позади. Черт! Слышал? Повезло нам, что твари ненавидят друг друга не меньше нас. Не пойму, почему эта зона закрыта для сталкеров. Фон обычный, твари те же, что и везде. Накрошили. Может, потому что
Давай ты. Держу. Разобрались бы сначала, уроды! Артём, слава богу, это не орден, ганзовцы, козлы. Ох, ну и видок у тебя. Ну ничего, отец им задаст. Дочка, а что у вас тут в Москве-то вашей происходит? В смысле у вас тут в Москве? Можно подумать, вы не отсюда. Так не местные мы, деревня наша километров 200 отсюда. Какая деревня? Вы не из Москвы? Деревня как деревня. Пришли в Москву за отцом его. Он год как с мужиками сюда подался, и ни слуху, ни духу. А тут нас эти вот схватили. Там что, есть жизнь? А чего ей не быть? Не везде, конечно. Мест гиблых много, и нечисти развелось. Но живем помаленьку. Артём, ты был прав. Там правда люди живут. Мы не знали. Думали, мы одни спаслись. Господи, приехали. Мы теперь всему метро расскажем. Бабка и пацан на выход. Эй, я не поняла, вы же нас черти куда завезли? Ничего, разберутся. Противогазы хоть верните. А противогазы не понадобятся. Дурак, а мог бы жить да жить. Поехали. Да!
Вернуться не успеем, а уже все. Ага, видать, стражи прорвались. Хана работничкам. Держи выход на мост. Если что полезет, пали. Надо группу послать, выход законсервировать. Ну и прибрать, что осталось. Внимание! Включение поворотного круга. В котловар. Смотри, если выйдешь, значит одумался. И что больше никаких. Понял? Не люди. Как же так? Что же поделать? Тварь, небось, страж! Человек? Как вы... О, господи! Так это она про вас кричала! Живой! Вы за ней? Так... Я помогу. Хоть какой-то толк с меня. Так... Девушку отвели на допрос к начальнику базы. К парадному входу провести не смогу. Охраны куча, но в обход может и получится. Идемте. Только не спешите. Заметят и конец нам обоим. Стоп! Вам на свет лучше не показываться. Давайте-ка вот как сделаем. Вы отключите щиток освещения, а я пока этих отвлеку. Тише. Видите лестницу? Тихонько подберитесь к ней. Только не высовывайтесь на свет. Держите стены. Ермак, ты что ли? Чё ты там бормочешь? Иди сюда, помоги починить. Так точно, уже бегу. Давай, давай, у тебя-то руки точно не из жопы. Бригаде техников прицепить к обслуживанию локомотива. Вам за мной нельзя, идите на лестницу. Ермак, что ты там копаешься? А я, это, шнурок разбежался. Иду, иду уже. Чего дыхался? Генераторный полос. Чего? Похоже. Вам же куда? Вот еще ты меня поучи, куда да что. Все, подъем, проводку пробивайся. Давай, давай, шевелись, тараканья немочь. Стойте!
Придется вам его вырубить, сумеете? Только не шумите. Не твое дело. И вообще, что ты тут встал? Он тебе какой завал еще разбирать? Вопрос он тут задавай. Да я про себя себе вдыхал. Сам ты запустил. Эй, Ермак, пора тебе на свалку. Старость не радость. На свету вас заметят. Погодите, погодите. Стойте. Отлично, теперь кидайте. Надеюсь, шум его отвлечет. Москву от мира и мир от Москвы. Да потому что война все еще идет, а вы как дети малых. Тревога! Скоро вся охрана здесь будет. Черт! Не стреляйте! Тёма? Я с ним. Слабый. Бежать вам надо.
Артём, пошли. Бежим, Артём! Ваше, оно вместе лежало, я и умыкнул. Надо бежать, пока они не разобрались. Охрана! Вам надо пробраться через двор, вон в те двери, откуда охрана выбегает. Быстрее, сюда! Идемте. По всем неизвестным огонь открывает... Ермак Андрей Иванович, машинист паровоза. Бегите. Главное, проберитесь в ангар. А там Бог даст вывезу вас. А меня не знает, внимания не обратят. Андрей Иванович, зачем вы нам помогаете? У меня была... позже расскажу, надеюсь. Берегите себя. Ну, Тёма, здесь враги. Подсади меня. Видно плохо, вьюга началась. Тёма, не забывай про датчик видимости. Если не суетишься, не лезешь на свет, заметить тебя сложно, и индикатор не горит. И фонарик не включай зря, могут заметить. Артём, к тебе идут двое. Попробую прикрыть тебя сверху. Всем вольно, ничего тут нет. Thank you.
Попали кого? Да, все. Прицел слышит все видно. Крутится и крутится. Дует ветер, есть свет. Нет ветра, нет света. Идти еще. Ты не спорь, Грей. Враг не древний. У нас такого, как сейчас, давно не случалось. Ну это да. Когда на второй станции замыкание было в том году, помнишь? Северо-восток весь голод остался. Люди, между прочим, ловили тогда снаружи сигнал. А если мы их поймать могли, то и они нас тоже. Ладно, еще починили быстро. Ну, хоть ничего опасного. С Вашингтоном в порядке все, не переживай. Сидят, зубы точат. Ладно, хватит трепаться. И чего им всем не хватает? Это же лучше не придумать. Не понимает своего счастья, болван. Внимание! В командном центре произошла диверсия. Артём, меняю позицию. Вижу гада! По всем неизвестным патрули скрывать без предупреждения. Рабочему персоналу передвижение по базе до особого уведомления запрещено. Станция подавления возобновляет работу. Прижал!
Артём, отлично. Мы внутри. Все, Артём, снимай противогаз. Теперь осталось найти Ермака. Шумело что-то. Нет там никого и быть не может. Эти же ворота наружу. Может, стражи шастают. А если диверсанты? Но тогда их стражи уже схарчить должны, и нам всем спокойней станет. Ну, не знаю. Подозрительно все равно. Ты как хочешь, а я тут еще подежурю. Мало ли. Группа А, доложите готовность. Что за хрень такая? Надо ремонтникам сказать. Группа В, продолжайте патрулирование двора и генераторной. Группа А, проверьте зону ветряков. Потеряна связь. Ты сказал бы майору, тебе переливание может делать. Ага, переливание. Переливание офицерам. А нам будет приятно.
Ну и жри, и чё?